День освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков прошел мирно и без провокаций. Полицейские отчитались о проделанной в минувший вторник работе. Выявленных нарушений как таковых не было, протоколов и задержаний никаких, естественно, тоже не было. То есть, я считаю, прошло все достаточно конструктивно. В управлении также сообщили, что уже готовятся к обеспечению порядка на майские праздники. Примут во внимание и недовольство автомобилистов. Процесс перекрытия дорог обещают оптимизировать.